устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Глава Тувышел Банкарол сформировал при правительстве республики специальную комиссию по разъяснению изменений в федеральном законодательстве о пенсиях, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. По словам председателя правительства, комиссия должна дать исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы населения о новшествах пенсионной реформы, особенностях их применения в республике, которая приравнена к районам Крайнего Севера, также о возникающих льготах и по другим моментам, волнующим ветеранов и жителей предпенсионного возраста. Решение было принято Шалбаном Каролом 5 ноября на совещании, которое прошло в режиме видеоконференц-связи при участии администрации муниципалитетов. Итак, первое самое главное утверждение, уважаемые коллеги, это то, что изменения в пенсионной системе не коснутся женщин республики, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера, либо приравненных к ним местностях. Напомним, что с учетом поправок президента Владимира Путина общеустановленный пенсионный возраст закреплен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Изменения начнут действовать с 1 января 2019 года, будут реализовываться постепенно с учетом длительного переходного периода. По действующему законодательству общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 55 и 60 лет по стране, в Туве 50 и 55 лет. Сейчас в республике трудовой деятельностью занято около 61 тысячи человек. Из них в системе образования 37%, здравоохранения 20%, в сфере социального обеспечения 18%. Насчитывается более 11 тысяч организаций и предприятий, зарегистрированных официально, включая 7506 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждому, кто обратится в комиссию за помощью, должна предоставляться максимально полная информация по его пенсии. В частности, персональным консультированием должны заняться кадровые службы отраслевых министерств и ведомств. Всеармейский этап конкурса «Конный марафон» впервые в 2019 году будет включен в программу армейских международных игр. Стоит отметить, состязания военнослужащих состоятся в Туве. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров. Напомним, в конце 2015 года в Кызыле сформировано военно-вьючно-транспортное подразделение. В его состав входит около 100 лошадей, которые выполняют задачи по транспортировке боеприпасов. Так, за каждой лошадью закреплены военнослужащие контрактной службы на должность вьюка-вожатые, которые управляют и ухаживают за животными. Данное подразделение неоднократно привлекалось к сдаче итоговых проверок по боевой подготовке за зимний и летний период обучения, а также принимало участие в параде Победы 9 мая на центральной площади города Кызыл. Армейские международные игры 2019 пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс. В Тувинском государственном университете накануне стартовал первый межрегиональный молодежный инновационный форум «Инновации 2018». Раньше в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука-0+» Тувинский госуниверситет ежегодно проводил Республиканский молодежный инновационный форум «Инновации». С этого года статус мероприятия стал межрегиональным, и он будет проводиться уже в рамках проекта «Енисейская Сибирь», объединяющего три региона – Хакасию, Туву и Красноярский край. Первый межрегиональный молодежный инновационный форум «Инновации 2018 – это совместный проект Тувинского государственного университета, Сибирского федерального университета и Хакасского государственного университета имени Катанова. Как сообщают организаторы, форум станет площадкой для диалога молодых исследователей, представителей власти, предпринимателей, также экспертов, креативных и инициативных сообществ, а также для создания межрегиональных и междисциплинарных связей инновационного развития регионов страны. Ежегодно в форуме инноваций активно участвуют и представители Кызылского президентского кадетского училища. Свои работы представят и учащиеся Республиканского медицинского колледжа, Тувинского политехнического техникума, Аграрного лицея республики. А в рамках события будет проводиться конкурс на лучший инновационный проект. Всего подано порядка 80 работ. Работа первого межрегионального молодежного инновационного форума «Инновации 2018» завершится 8 ноября.
Правительство Тувы утвердило прогноз социально-экономического развития республики до 2024 года. По информации Минэкономики региона, 2018 год для Тувы завершится ростом валового регионального продукта на 1,6%. То есть он увеличится до 57,8 миллиардов рублей. В следующем, 2019 году, республика планирует превзойти нынешний темп прироста экономики на 1,9%. А к 2024 году объем ВРП прогнозируется на уровне 78,84 миллиардов рублей. Напомним, что еще в 2013 году ВРП Тувы составлял всего 41 миллиардов рублей, то есть за 5 лет он ежегодно увеличивался в среднем на 3 миллиардов рублей. Как отметила министр экономики Елена Каратаева, по динамике прироста ВРП республика опережает среднероссийские темпы и сегодня занимает по этому показателю 4 место среди регионов Сибирского федерального округа. Правда, в структуре ВРП все еще велика доля сферы социальных услуг. Так, на образование приходится 12%, на здравоохранение 12,7%. Тем не менее, за последние годы произошло заметное увеличение вклада валовой региональный продукт реального сектора экономики. К примеру, промышленное производство формирует в настоящее время 10%, сельское и лесное хозяйство 8,2%, строительство 7,8%, связь 2,3%, более 10% занимает ВРП оптовая и розничная торговля. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 12 копеек, евро 75 рублей 58 копеек. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. На посту УАК сотрудниками полиции пресечен факт незаконной транспортировки немаркированной алкогольной продукции. 6 ноября текущего года около 4 часов утра на посту УАК сотрудники ДПС Барункемчикского района выявили факт незаконной транспортировки немаркированной алкогольной продукции. Так, на 416-м километре автодороги А-161 Абакан-Ак-Довурак в рамках оперативно-профилактического мероприятия инспекторы установили для проверки автомашину марки Toyota Ipsum под управлением 39-летнего жителя города Чадана. В автомашине также находился 25-летний пассажир. При досмотре данного автомобиля в салоне автомашины обнаружены 339 бутылок водки объемом 0,5 литров каждая, без акцизных марок и без товарно-транспортных документов. Всего изъято 169,5 литров алкогольной продукции. В настоящее время алкогольная продукция общим объемом свыше 169 литров изъята и направлена на экспертизу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спирта, содержащей жидкости и алкогольной продукции на территории республики, проводится сотрудниками полиции на постоянной основе и будут продолжены. В Туве полуторагодовалый мальчик умер от двусторонней пневмонии, отека головного мозга, поскольку его 27-летняя мама посчитала болезнь несерьезной и решила лечить малыша самостоятельно. Когда народные средства не помогли, женщина обратилась к врачам, но было уже поздно. По версии следствия, в период с 28 по 30 сентября текущего года 27-летняя жительница Дзунхимического района, не обращаясь в медицинские учреждения, самостоятельно лечила полуторагодовалого сына дома. 1 октября текущего года ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался. Согласно данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти малолетнего явилась двусторонняя пневмония, а также отек головного мозга. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается. По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Айкыс Кыргыз с большим отрывом накануне победила в конкурсе голосования национального музыкального конкурса «Во весь голос». По
Поддержка земляков и поклонников таланта Айкыс принесла результаты. Юная звездочка из Тувы завоевала приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте телеканала РУ-ТВ. Напомним, «Во весь голос» — это национальный музыкальный конкурс для талантливых подростков со всей страны. Финалистами проекта «Во весь голос» 2018 стали 10 исполнителей из разных регионов России. Финал конкурса состоялся 5 ноября в эфире телеканала РУ-ТВ. Решением жюри был определен победителем музыкального состязания. Им стала Мадина Гасултанова. Финал конкурса состоялся 5 ноября в эфире телеканала РУ-ТВ. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. По республике облачно, местами небольшой умеренный снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле облачно, небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 9, днем от минус 1 до минус 3, на дорогах гололедица. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты.